Подскажіть, як можна отак от взяти і виїхати кудись, блядь, як біля замку, пацани на бехах собі співають російську музику. В сеті появилось відео, где возле Луцкого замка молодежь поет русские песни. Свидетелем этого стала жена погибшего на войне героя Андріана Свистак, сделавшая замечание молодым людям. Взаємно. Ви вас трогали? Повинна була зробити зауваження, бо в країні війна. Супер. І коли Росія вбиває, ви собі російською бродягу херачите на весь замок. Ахуєй. Я теж так вважаю. Молодці. До этих героїв на бехах нічого не дійшло, і вони просто нахамили в ответ. Но на том истории с русской эстрадой не заканчиваются. Очередной скандал в Буковеле. Включите мне Владимирский скандал! Из Одессы приехали курортнички и спели песни Успенской. Ну, может, Лера не в курсе до сих пор, новостей не читает. Успенская открыто поддерживает войну, а еще неоднократно встречалась с русскими оккупантами. Мечтала всегда уехать в Россию, а сегодня у меня одна мечта, надеюсь, что вот на днях сбудется, я получаю российское гражданство, это будет праздник, я буду еще более счастливым человеком, будучи российской гражданкой. За Успенской шансон Миша Круг. Только для тебя! Как отреагировали люди в Буковеле на этот концерт, не сообщается. Почему это возмущает? 2024 год. Напомню, с началом полномасштабной войны значительная часть украинцев отказалась от потребления российского контента. Но остались такие, как Лера, например, которая поддерживает в этом и блогера Анну Алхим. Алхим тоже любит петь песни Анны Асти или Басты. Следует помнить, что российская музыка является частью экономики России, которая сейчас работает на уничтожение украинцев и наших городов и сел. К тому же песни российских исполнителей являются частью информационных атак и пропаганды. Но сколько бы им ни говорили об этом, как рыба об лед, не доходит. История и с Лерой, девочкой из небольшого города под Донецком, которая встретила войну именно там, а с началом полномасштабной войны оказалась в Одессе, как переселенка. Вот такой ответ дала эта блогерша людям, которые начали ее осуждать. Друзья, то, что вы там пишете, что я малоросска, хуесоска, что меня надо отправить в Рашку, меня никуда отправлять. Если бы хотела, я бы уже уехала сама, а я вам признаюсь честно, я немножко под... путешествовать по Украине, потому что я хочу напомнить, что война в Украине началась немножко раньше, чем у всех, потому что она нахуй началась с Донецка, да? Я просто подустала, поняли, немножко ездить. Вот честно вам скажу, когда Донецк въебали, я не задавалась вопросами, почему вся Украина дальше живет, почему дальше устраивают ивенты, почему отмечают День независимости и все остальное. Я не комментировала под постами людям, блядь, отмечали, веселились, бухали, что у меня не было на это времени. Потому что въебали Донецк, я думала, господи, что мне теперь с этим делать и как вылазить из этого очка? Собственно, чем я занимаюсь по сей день? Все, ну, немножко проще, чем вы думаете. Так что давайте. Ну, такая себе отмазка, если честно. Это я вам говорю как человек из Донецкой области. Многое поменялось за те 8 лет. Кстати, это не столько вопрос этики, сколько целостности нашего мировоззрения. Ее родной город бомбят почти каждый день. Ее друзья и знакомые под обстрелами. Недавно в городе погибла целая семья с маленьким ребенком. Но песни страны агрессора – это важнее. Российская музыка является частью экономики России. Прослушивание Круга или Асти – онлайн дает монетизацию для тех, кто едет в госпиталь и помогает оккупантам за деньги, которые вы помогли им заработать. В Украине запретили российскую музыку в публичных местах. Безусловно, слушать такую музыку дома – это субъективный выбор каждого человека. Однако мы должны знать и осознавать, возможно, негативное влияние, которое российские песни могут оказать на украинскую культуру,
политику, идентичность. Хотя не могу заметить, что песни на украинском у Леры тоже есть. Намалюю тобі сонце. Наша музыка может поддержать и воспитать нас как нацию. Помните свои корни и высказывайте свой патриотизм через украинскую музыку, олицетворяющую наши ценности и национальную гордость. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Мы работаем для вас.